Алла Борисовна вновь решила показать поклонникам семейную жизнь с Максимом Галкиным. Сейчас звездная пара отдыхает в теплых краях. Поклонники часто спрашивают юмориста, почему Примадонна редко публикует фото и видео. Многочисленная армия фанатов певицы следит за ней в Инстаграме. Каждый кадр артистки вызывает массу комментариев. В последнем ролике Алла Борисовна решила показать, в чем ее муж расхаживает по дому. Максим не постеснялся появиться перед фанатами в одних трусах. «Я вас обожаю. Это просто мечта обнять вас. Люблю». Хорошо пошутили, Алла Борисовна. Скромный Максим и мудрая Алла Борисовна. Счастье вашему дома, какие же классные, все в вас нравятся. Пусть счастье продлится многие годы, отметили фанаты пары. Поклонники Примадонны давно знают, что разница в возрасте между ней и Максимом Галкиным 27 лет. Недавно юморист решил рассказать, когда впервые увидел будущую супругу. Как оказалось, Пугачева знала Шаумена задолго до судьбоносной встречи в Беларуси на музыкальном фестивале. По официальной версии, они познакомились в 2001 году, однако это не совсем так. Максим опубликовал в Инстаграме фото, сделанные в ГДР в 1979-м. На нем запечатлены Алла Борисовна и его родители. На тот момент юмористу было всего 3 года, а певица уже была настоящей звездой СССР. Класс пост 487 210 подписчиков.